Его называют чувашским Дюрером. Вместе с тем эти картины ни с чем не перепутаешь. Народный художник Чувашии Владимир Агеев к своему 85-летию подготовил очень интересную экспозицию, в которую включил только самые первые и самые последние работы. Владимир Агеев еще в школе решил, что будет писать картины, станет настоящим художником. Живопись – смысл всей его жизни. С годами Агеев полностью утонул в искусстве и ни разу об этом не пожалел. Я в детстве хорошо рисовал. Я счастливый человек. Хотя мне были очень тяжелые годы. И голодали мы, как бомжи, жили в шкафах. Это для меня ничего. Не тужил. Мы все равно работали. Мы были радостные, веселые, веселые. Хотя в заплатках у нас никакого, по этому поводу переживаний не было. Главное, мы работали. Учились. Огромное трудолюбие по сей день – отличительная черта Владимира Ивановича. В своей мастерской он проводит большую часть времени. Каждый день с утра до 3 часов дня. Только графических работ у него около 25 тысяч, плюс сатирических листов – больше 10 тысяч. Работ по живописи – более 500. Они выставлены по всему миру. Ему ничего не стоило начинать с одного угла и завершить полностью всю работу. Когда посмотришь уже завершенную работу, кажется, ну, там целый год надо сидеть, чтобы вот столько вот линий, все это заполнить, всю картинную плоскость. Да нет, он очень быстро работает. Удивительный и неповторимый художник создавал не только уникальные графические листы, но и масштабные живописные полотна. Причем каждая работа так или иначе повествует о самобытной истории чувашского народа, его обычаях и традициях. В далеких битвах под стенами древних городов, в исторических портретах Иванова, Бичурина, в теплых тонах земли и неба, в спокойных ритмах чувашского пейзажа везде звучит удивительная, эпическая, национальная мелодия. Он просто гордость чувашской культуры, чувашской нации. Он об этом поет. Он поет красками, он поет графическими листами, рассказывает эпос, рассказывает Нарспиан. Все лучшие поэты и писатели чуваши обращаются к нему, чтобы именно он проиллюстрировал их произведения. «Моя душа останется в моих картинах», признается Агеев. Его имя уже вписано в учебники мировой живописи. А агеевский стиль узнаваем во всем мире. Галина Титарчук, Дина Кустова, Игорь Зверев. Республика.